Всем здорово! Некоторое время назад мы рассказывали вам про снежный самокат от Tech Team Sherp. Глянуть, кстати, вот тут можно. Сегодня у нас на обзоре новая модель Windego. Модель спроектирована специально для трюкового катания. Чуть позже объясню, почему именно. Высота самоката от пола до центра руля 87 см. А это значит, что рост, на который он предназначен, где-то 170-175 см. Сердце самоката дека 5,5 на 22 дюйма. Конкейв увеличен до 5 градусов, по сравнению с классическим 3 градуса. Это сделано для того, чтобы ваша дека была более контрольной, учитывая, конечно же, что вы будете кататься в зимней обуви. Но и это еще не все. В нее вкручено 40 стальных шипов. К сожалению, в комплекте нет ключа для этих шипов, поэтому придется искать отдельно. Но мы за вас все померили, тут 6 мм. Либо головка на 6 мм, либо можете воспользоваться разводным ключом для того, чтобы выкрутить их, смазать резьбу фиксатором и закрутить обратно. В качестве упора для задней ноги используется пластиковый фендер, тоже на двух болтах. Но для них положили в комплекте шестигранник. И передняя нога фиксируется вот таким вот стрэпом, он тоже идет в комплекте. Шея хоть и пустотелая, но очень массивная, сложной формы и с большим сварным швом, что, естественно, положительно влияет на прочность. Кстати, к нам приехали новые запчасти Totem, например, титановые рули, хромолибденовый руль. К слову, он весит всего 920 граммов и стоит меньше 5000 рублей. А еще мы открыли новый магазин на метро Нижегородская. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить все новости. Как вы можете видеть, по сравнению с Шерпом, лыжи здесь чуть уже. Но это не значит, что они хуже. Просто самокат предназначен для трюкового катания, где площадь соприкосновения лыжи не имеет такого значения. Но это не значит, что на этих лыжах нельзя кататься по пухляку. Также о том, что это именно трюковой самокат, говорит загиб лыж, так называемый twin tip, когда лыжа с одной и с другой стороны имеют одинаковый угол, что, кстати, на задней, что на передней. Это сделано для того, чтобы вы могли одинаково хорошо ехать как вперед, так и назад. Ну и не забывайте, что обе лыжи имеют сэндвич-конструкцию. Это деревянная сердцевина, закрытая полимером, имеющая стальной кант. Все как у настоящего сноуборда. Крепление лыжи к вилке подвижное. Это работает как амортизатор на укатанных поверхностях горнолыжных склонов. Самокат собран на хик-компрессии с классическим двухболтовым зажимом. Болты, кстати, М8 по 6-мм шестигранник. Руль хром-молибденовый в габаритах 65 на 57 сантиметров. Можете в целом использовать свой или переделать его на СКС-компрессию, но тогда у вас не получится воспользоваться страховочным тросом. На некоторые склоны без такого троса могут не пустить. Нужен он для того, чтобы когда вы падаете с трюка, самокат от вас далеко не улетел и никого не поранил. Здесь, кстати, вам хорошо должно быть видно, что руль имеет бэксвип, то есть загиб назад. Грипсы достаточно жесткие, длинные и, к сожалению, не имеют локонов. Это значит, что при попадании воды есть вероятность того, что они будут прокручиваться. Доступен самокат в одном размере, в одном цвете и весит 5100 граммов. Самые внимательные из вас, те, кто досмотрел видос до конца, знают, что в закрепленном комментарии есть промокод, с которым можно купить этот самокат еще дешевле. А я желаю вам хорошей недели и пока.